Он был великодушен и мстителен, жестокосерд и миролюбив, скуп и щедр, особенно в милостыне, которую имел обыкновение раздавать из кожаного мешка, висевшего на его поясе. Такой мешок назывался «калитой». «Денег убогим давал, сколько рука захватывала», — сообщил летописец. Скуп и скареден калита, вопреки распространенному о нем мнению, не был. Его старший брат, московский князь Юрий Данилович, в 1317 году получил ханский ярлык на Владимирский великокняжеский престол и оттого был вынужден много ездить, то в Орду, то в Новгород, то в военные походы на немцев. Так что Москвой реально управлял князь Иван. Внук Александра Невского, Калита с горечью наблюдал, как разодранная на 27 уделов Русь утрачивает то, ради чего его дед Александр Ярославич не щадил своей жизни – единство державы. Начинался 14 век. Батыев погром и десятилетия монгольского ига привели к оскудению русских земель. Нищали и гибли люди в бесконечных междоусобных войнах. Ослабляя этими войнами друг друга, князья выслуживались перед Ордой во имя вожделенного ханского ярлыка, без которого власть князя не распространялась дальше собственного терема. В который раз Русь переживала кризис власти, усугублявшийся кризисом церковным. В душах царил разброд. Вера слабела, и Калита полагал, что причиной тому было церковное нестроение. Храмы повсеместно обветшали, а иные и вовсе были разрушены. Даже рукописных книг, по которым совершались богослужения, не хватало. Ситуацию следовало исправлять. Этим занимался возглавлявший Русскую Православную Церковь духовный пастырь Ивана Калиты, митрополит Петр, без устали ездивший по стране, наставляя священников и примиряя князей, а также защищая церковное имущество от Орды. Летом 1312 года наставник и любимый собеседник Калиты митрополит Петр переступил порог юрты грозного хана Узбека для подтверждения прежних грамот, освобождающих духовенство от ордынских налогов. Узбек был поражен манерой Петра держаться. В каждом движении митрополита ощущалась глубочайшая любовь к людям. И хотя святитель, вопреки обычаям времени, не плел интриг и не подкупал ханских придворных, его миссия увенчалась полным успехом. Вот краткое содержание грамоты хана Узбека. Хан запрещает всем своим князьям, баскакам, послам и прочим чиновникам, приезжавшим на Русь, трогать что-либо церковное и митрополичье. Хан подчиняет всех церковных людей и все церковные имущества власти митрополита, а людям, подчиненным митрополиту, приказывает во всех делах слушаться его суда. За нарушение прав митрополита и церкви хан угрожает не только гневом Божьим, но и казнью от себя. Казнью же грозит хан и за осуждение православной веры. От митрополита и всего духовенства русского хан требует только одного, чтобы они молились Богу за него и за его семейство. Историки утверждают, что эта грамота была самой благосклонной к православной церкви из всех ярлыков, выданных Ордой. Иван Калита искренне восхищался Петром, крестьянским сыном, отданным 7 лет в книжное учение и очень быстро ставшим выдающимся мыслителем и церковным политиком своего времени. Этим Петр вызвал зависть у тверского архиепископа, пославшего лживый донос Вселенскому патриарху. Калита бросился было защищать Петра на церковном судилище, но, пожалуй, напрасно. Ложь, якобы Петр брал взятки со священников, и так была всем очевидна. Митрополита единодушно и полностью оправдали. Калиту поразило, что клеветника своего Петр тут же простил. «Мир тебе, чадо! Отныне оберегай свою душу от лжи, а прошедшее да простит тебе Господь!»
каждая встреча с Петром была для Калиты долгожданной возможностью обсудить государственные дела. Политические позиции князя и святителя совпадали. Оба хотели видеть Русь сильной, единой и со временем свободной от ордынского ига. И вот однажды Калита услышал от митрополита пророчество. «Если ты успокоишь здесь мою старость и воздвигнешь здесь храм, достойный Богоматери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой возвеличится. Кости мои останутся в этом граде, святители захотят обитать в нем, и могущество града сего устрашатся враги». Митрополит предсказывал захолустной Москве государственное величие. В это с трудом верилось даже москвичу Калите. Неподалеку, всего лишь в 80 верстах от Москвы, набирала мощь претендующая на роль государственного центра Тверь. Конфликт между московскими и тверскими князьями возник и развивался на глазах Ивана Калиты. Тверь стояла на Волге, богатея торговлей и с каждым годом подчиняя себе все новые русские земли. Калите пришлось защищать от тверского войска московскую вотчину Переяславы. 3 дня он провел в осаде, отражая яростные тверские атаки. Новое, теперь уже экономическое и дипломатическое столкновение тверских и московских интересов произошло чуть позже. Старший брат Калиты Юрий взялся тягаться с Михаилом Тверским в Орде из-за великокняжеского ярлыка. Поскольку ханские приближенные устроили аукцион взяток, кто из русских даст за ярлык больше денег, Юрию пришлось отступить. Но Москва не сдавалась. Прожив в Орде 2 года, Юрий, искусный охотник и тонкий собеседник, сумел расположить к себе хана со всем его семейством, а некоторое время спустя женился на ханской сестре по имени Кончака. Ее окрестили по православному обряду. В приданное Юрий получил, наконец, долгожданный великокняжеский ярлык. Новобрачные в сопровождении сильного ордынского отряда и родовитых ордынских послов двинулись в Тверское княжество, показывая всем, кто теперь на Руси главный. По дороге жгли села. Однако в 40 верстах от Твери, при селе Бартеневе, на процессию внезапно напали. Во главе нападавших был князь Михаил Тверской. Юрию с личной охраной удалось вырваться, но его жена и брат Борис, а также многие бояре и служилые князья, оказались в Тверском плену, где новобрачная скоропостижно умерла. Хан призвал Михаила Тверского в Орду и жестоко казнил в конце 1318 года. Но на этом вражда Москвы и Твери не закончилась. Она разгоралась с каждым новым днем, проявляясь в мелких пограничных стычках, налетах на купеческие караваны, пожарах княжеских сел. Калита был потрясен, когда получил весть, что сын казненного тверского князя Михаила убил старшего брата Калиты Юрия, а произошло это в Орде, куда оба прибыли по государственным делам. По летописным сообщениям, в лето 1326 года, в первую субботу Великого Поста, Москва хоронила великого князя. За гробом Юрия шел Калита, но перед гробом шагал митрополит Петр. За ним, по свидетельству летописца, новгородский архиепископ Моисей, и ростовский владыка Прохор, и рязанский владыка Григорий, и тверской владыка Варсонофий, монастырские игумены и прочее духовенство. Похороны князя Юрия превратились в мощную церковно-политическую демонстрацию, рассчитанную не только на Тверское княжество, но и на всю Русь. Она отчетливо видела, на чьей стороне православная церковь. По обычаю того времени, Калите, преемнику Юрия, надлежало отправиться военным походом на Тверь или потребовать правосудия от Орды. Подданные ждали от нового князя Московского именно таких поступков. Но неожиданно для всех свой княжеский путь Калита начал другим деянием.
он вместе с митрополитом Петром торжественно заложил каменный храм Успения Богородицы. Когда храм не был еще достроен, Петр умер. Князь упокоил его тело в правом пределе собора, как и обещал святителю. А немногое время спустя преемник покойного митрополита также избрал в качестве места своего постоянного пребывания Москву. И теперь отсюда митрополиты стали управлять всей Русской Православной Церковью. Москва превращалась в духовную столицу. Городу следовало быть богатым. Но ведущие к Москве дороги не были безопасны. На них свирепствовали разбойничьи шайки. Вскоре разбойников перевешали конные разъезды Ивана Калиты. И тогда купцы и ремесленники постепенно потянулись в свободные экономические зоны того времени – московские слободы. Их жителей Калита освобождал от налога, подушной подати. В богатеющем и на редкость по тем временам безопасном городе развернулось стремительное строительство. Его население на глазах увеличилось более чем вдвое. И к 1327 году стараниями Калиты Москва обрела все признаки столицы, кроме одного – ярлыка на великое княжение, которое давал хан Золотой Орды. Именно в это время Ивану Калите хан предложил возглавить карательный поход против тверского князя Александра за то, что его людьми был убит ханский наместник Чолхан. По сообщению тверского летописца, произошло это так. Ханский сборщик дани сильно притеснял людей и даже самого князя Александра, согнал со двора и сам стал жить в княжьем тереме. Года 1327, месяца августа, дня 15-го, дьякон Дютко повел кобылу на пойло, а татары стали ее отнимать. А дьякон возопил о помощи. Избежавшиеся тверичи напали на ордынцев и многих побили, а иных утопили, а иных сожгли. Когда на московский княжий двор прибыл ордынский гонец, Калита с почтением принял и развернул грамоту с ханской печатью. Хан призывал Калиту возглавить поход на мятежного тверского князя. За помощь Калите был обещан ярлык на великое княжение. И Калита встал перед выбором. Пролить русскую кровь, чтобы отомстить за брата и обрести верховную власть из ханских рук? Или не пятнать душу грехом и отказаться от вожделенной великокняжеской власти, столь необходимой для осуществления его планов по собиранию русских земель? Он выбрал власть. Возглавив поход на Тверь, Калита зимой 1327 года подступил к городу во главе 50-тысячного ордынского войска. Однако князь Тверской бежал в Псков. Взбешенные этим каратели разорили Тверь и стали крушить все города, попадавшиеся им на пути. Горели дома и церкви, голосили женщины. Ордынцы никого не щадили. Остановить это бесчинство Калита не мог. Мурзы ордынские попросту не желали его слушать. Стоны и проклятия жителей разоренных городов обрушились на князя Ивана. Но это была только часть цены, которую пришлось заплатить Ивану Калите за великокняжеский ярлык. От Калиты хан потребовал схватить беглого князя Александра в Пскове и доставить к себе на суд. Однако псковичи не пожелали выдать русского на ордынскую расправу и приготовились к осаде. Калита, стремясь предотвратить новое пролитие русской крови ордынцами, обратился к митрополиту Феогносту с просьбой воздействовать на псковичей. Глава церкви согласился с князем. Пролитие крови следует избегать. И на Псков была наложена епитимия. Закрылись храмы. В них не венчали и не причащали.
не крестили и не отпевали, обрекая душу на гиену огненную. И тогда тверской князь бежал в Литву. Иван Калита вернулся домой и в благодарность Господу за то, что избавил от греха пролития братской крови, заложил в Москве на Боровицком холме храм святого Иоанна Лествичника. А ханский гнев Калита постарался смирить вазами серебра, отправленными в Орду. Дипломатический талант Калиты позволил ему одержать большую победу. Хан издал указ, запретивший ордынцам грабить улус-джучи, так называли в Орде Русь. Не только о Москве, обо всей Руси отныне заботился великий князь московский Иоанн I Данилович Калита, получивший, наконец, ярлык, давший ему власть над страной. Эта власть позволяла Калите продолжить дело своих предшественников Владимира Мономаха, Юрия Долгорукова, Андрея Боголюбского по созданию централизованного государства. Калита строил дороги, осваивал земли, укреплял войско, обуздывал спесь удельных князей, пресекая попытки растаскивать Русь на кусочки. Но вдруг хан вызвал Ивана Калиту к себе. Причиной стала новая интрига тверского князя, сумевшего вернуть себе расположение Орды. Узнав об этом, понимая, что поездка в Орду может кончиться потерей головы, написав завещание и взяв с собой двух сыновей, Иван Калита отправился в город Сарай, ордынскую столицу. Ценой неимоверных усилий, подкупов, унижений Калита добился встречи с ханом. Изображая верного слугу, клянясь жизнью детей, поведал владыке о якобы готовящемся князем Тверским заговоре против Орды. Хан внимательно выслушал Ивана Калиту и приказал тверского князя казнить. Так князь Московский вернул себе ярлык на великое княжение. Возвратившись из Орды, желая навсегда отбить у Твери охоту спорить с Москвою, Калита повелел снять с колокольни главного тверского храма соборный колокол и доставить его в Москву. «И был в граде стон и плач, и горе великое», сообщает тверской летописец. С колоколом прощались, будто с родным человеком. Верили, что колокольный звон связывает небо и землю, и если город останется без главного своего колокола, то никогда не услышат небеса тверичей. Мужи тверские не посмели ослушаться воли великого князя Московского. Приказ выполнили. Колокол доставили в новую общепризнанную столицу. Так Тверь признала главенство Москвы. И распри между городами, длившаяся почти четверть века, наконец прекратилась. И вновь сбылось предсказание митрополита Петра. Центр государственной и церковной власти переместился в Москву. Как историческая столица русской земли, этот город утвердился навеки. Произошло это во многом благодаря усилиям Ивана Даниловича Калиты. Он стал называть себя великим князем всея Руси. Этот титул он принял по праву. В его землю больше не заходили ордынцы, а удельную вольницу князей Калита смирил железной рукой. Вот что пишет историк Карамзин. Тишина Иоанново княжения способствовала обогащению России. Новгород, союзник Ганзы, отправлял в Москву и в другие области работу немецких фабрик. Восток, Греция, Италия через Кафу и нынешний Азов присылали свои товары. И уже не только возле Москвы,
Но даже в окрестностях Владимира и Ярославля купцы не рисковали встретиться с шайками татарских разбойников. Милостивые грамоты узбековы, данные Калите, служили щитом для путешественников и для жителей. Бесчисленные суда покрывали Волгу, а шатры – прекрасный необозримый луг Моложский, где народ веселился в 70 питейных домах. Сия ярмарка слыла первую в России до самого 16-го столетия. Военная сила, дипломатический талант, а главное – высокий уровень государственных доходов, который Калита никогда не путал с личными, позволили князю прикупить множество соседних и дальних земель, деревень, сел, городов. Там он селил бояр, потянувшихся к нему от других князей. Из Киева 1700 воинов привел и поставил под стяг великого князя храбрый боярин Родион Несторович. При дворе Калиты стало тесно, но по первому его зову пеше, конно, людно и оружно перед князем вставало могучее войско. Он гордился московской княжеской цитаделью, которую выстроил заново, заменив сосновые стены и башни времен Юрия Долгорукого дубовыми, чтобы каждый, входящий в Москву, видел – это крепость на века. Благодаря Калите 40 лет страна жила без войн. В эти спокойные годы успели народиться и вырасти целых два поколения, которым впечатления детства не привили безотчетного ужаса отцов и дедов перед татарином. Они-то и вышли на Куликово поле. Калита первым начал взращивать новое государство – Московскую Русь. Потому и изображен он на иконе Богоматерь Владимирская, насаждающим древо государства российского рядом с митрополитом Петром. Иван I Данилович Калита. Годы великого княжения его с 1328 по 1341 от Рождества Христова.